Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. Московская государственная академическая филармония представляет концерт 8-го Транссибирского арт-фестиваля. Организатор фестиваля – фонд Вадима Репина. Сегодня в Москве камерный вечер фестивальной программы. Исполнители: Вадим Репин, скрипка. Денис Кожухин, фортепиано. И Модильяни квартет. Первое отделение программы. Клод Дебюсси, соната для скрипки и фортепиано соль минор в трех частях. Исполнители: Вадим Репин и Денис Кожухин.
Морис Равель. Струнный квартет фа-мажор в четырех частях. Исполняет Модильяни квартет в составе Амори Куэто – скрипка, Лоик Рио – скрипка, Лоран Марфен – альт, Франсуа Кефер – виолончель.
Thank you.
Thank you.
Эрнест Шоссон. Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета. Ре мажор, сочинение 21 в четырех частях. Исполнители: Вадим Репин, Денис Кожухин и Модильяни квартет.
Thank you.